Всем привет! Сегодня у нас будет спидран по обновленному Molten моду. Сегодня мы будем использовать обновленного солдата, который стал намного лучше и круче. Этот спидран будет с моим подписчиком Мати. Мои стратегии будут только простые башни, поэтому ей может пользоваться каждый. И мы начинаем. Это будет... должен быть спидран. Ну, потому что на Molten моде можно очень много фармить, и на него есть спидран. Да, особенно когда поставили... Так, ставь 50. Солдата. И ферму. Окей. Это будет стратегия, которую я буду проверять. Так, ставь старогу. Можешь? Поставил. Сейчас еще одного поставим и хватит. Так, теперь можешь качать ферму. Ставим только 4 фермы. То много будет как-то. Так, 4 я фермы получается первого уровня. Не забываю про них. Давай будем прокачивать солдатов. Давай. Качаем на их первого, на третий уровень. Потому что там после обновления у них 5 снарядов. Это хорошо. На максимально его, короче, прокачиваем. Я решил. Солдатов? Да. Ну вот этого первого. Ну, которого ты начал прокачивать. Чтобы они вообще всех убивали. А потом уже будем остальным заниматься. Ну ладно. Так, что прокачивать до максимума. Я уже прокачал. Все, после этого мы можем пока отойти и качать ферму. А, ферму качать, все понял. Ну стой, ты прокачал одного до максимума? Нет еще. А, понятно. Я всех так качаю, чтобы всем поровну было. А, всех? А ну качай всех тогда. Да-да-да, я так делаю. Ты тогда всех прокачивай, я только одного. Ну у тебя не потому что третьего уровня, у меня максимального. Я командира? Ну да. Ты правда куда? Скажи куда. Так, вот там, рядом с диджеем, получается. Слева или справа? Вот так вот? Можно? Ну да. Прокачивал до второго уровня. Ну, чтобы можно было командира включать. Командира можно вкачать? Да. Нужно. Да, нормально вкачал. Ладно, давай, ставим по одному рейнджеру третьего уровня. Там наверху прям, с краешку. С краешку, ну ладно. Прям посередине. Как раз, да. Два... Пока что третий самый дорогой уровень. Вот, все, они идут и проигрывают. Скоро уже скрытый босс будет, надо будет к нему подготовиться. Получается, так, рейнджер прокачан до третьего уровня у меня. Я до третьего уровня вкачал рейнджер. Теперь прокачиваем всех оставшихся солдат. Ну просто скоро все, скрытый понял. Босс будет, это будет опасно. Не, нам вот эти нужны, чтобы убивать невидимок и все такое. А рейнджеры, ну, чтобы наносить урон по боссу и по крупным врагам в виде этого. Ну, вроде бы. Так, командира можно? Сейчас. Так. Ну, босса убьют вот эти. Рейнджеры. Да, убили, смотри. Ну, я же говорил. А тут я иногда делаешь не то, что я говорил. Так, один солдат уже есть, да? Два. Один два максимальных. Сейчас третьего вкачиваю. Давай, третьего. Вон, бежит скрытый босс. Я же говорю на 24-й. Все, умер. Будет потом еще три скрытых босса. Ну ладно. Так, сейчас, ну блин, сто еще. Все. Так, на следующей волне будут бежать эти щерки, я помню, на 26-й. Давай еще по одному ранкеру добавим. Ага, все, рейнджер. Сейчас поставлю. Так, на всякий случай. Безопасно было. Во, нормально. И до третьего вкачиваем, да? Да. Во. Все. Ну вот эти, они еще быстро убивают врагов, поэтому... Ну я увидел просто, как они стреляют, и как они вообще крутые. Ну это да. Видишь, очень может подходит. Поставим еще больше солдат? Сейчас мы этим займемся тоже. Где-то так, сейчас нам придется трешники. Разделиться. Но сначала поставим максимальное количество фермы третьего уровня. Максимальное количество ферм, окей. У меня просто уже 8000. Так, нам нужны танки. Невидимки, видишь, идут? Босс. Да, ну, можно было бы машинкой. Не знаю. Ну, давай машинкой. Хорошо, я поставлю, до какого уровня вкачивать? Да, ну, танк один поставь. Один танк, понял. Поставим. Пригодятся. Ну, все равно потом пригодится. И... Прошел босс. Я же говорю про это. Уже не прошел. Я про это говорю, танки надо. Я немного испугался, честно. Все, есть так, танк. Ну, вот поэтому я предпринял танки. Если бы мы их не взяли, мы проиграли даже. Ага, сейчас еще один. Этот, рейнджер.
Нет, ты не ставь, ты не ставь. А, окей, все, понял. Тебе нужно поставить вот тут в ряд солдатов. Вот так, вперед. А, до конца, вот тут, да? Тут толпу солдатов, короче, поставь. 10 солдатов. О, понял. Дофига. А я рейнджера поставлю, чтобы они крупных врагов быстро убивали. Как спидан был. Так, на максимум их надо скачать. Видишь, сколько невидимых бежит вообще? Да, вижу. Так, а максимальный что? Уровень. У них так долго их вкачивать всех. Так, быстрый босс. Его уже где? Тут нету. Он где был. Быстрый босс? А нету его. Чари весь урон дают, это хорошо. Для спидрана очень подходит. Потому что они урон весь выдают. Да, похоже. Ты рейнджеров ставишь? Мне да, я ставлю. Ставить этих солдатов. Еще с вот этой стороны. Нет, все, тут сейчас я буду ставить. Ты пока можешь еще рейнджеров могу. Доставить еще тоже? Все, могу, могу. 10 тоже. Ну, но это нужно для невидимок и для этого. А рейнджеры обязательно. Ну да, рейнджеры больше урона нанесли, чем солдаты пока что. Ну потому что солдаты, они нужны, чтобы это все происходило быстро. Мы же спидрандируем. Нам главное, чтобы получилось как можно быстрее. Ну, по факту сюда. Все, я поставил максимальное количество персонажей. Ну сейчас уже ферму качать бессмысленно, видишь? Нам надо сейчас будет рейнджеров прокачивать. Ты еще два можешь поставить рейнджеров. Буду их прокачивать до максимума. Именно до максимума, неравномерно. Всех мы прокачать не сможем. А ты можешь вот тут поставить три командира. У меня максимальное количество 30. Удали две фермы, которые у тебя не прокачаны тогда. Согласен. Так. А, все, да, работает, все. Так, и теперь ты можешь их поочередно включать. Ты это будешь делать потом на бусе. Да, это хорошо. Тогда они. Да можно на любой волне по факту, потому что их дофига реально. А, ну все, сейчас будет Molten Boss уже. Да. Может скачаешь диджей на фул? Это... Командиров сейчас надо будет включать на Molten Boss. Ну, командира. Все, вырубаю всех. Командира. А. Ну командир, конечно. Ага. А я забыл, что он всех вырубает. Готов все опять включать. Включай. А почему я не могу у других? А, все, могу. Всё, отлично. Так, теперь просто прокачиваем рейнджеров и ты включаешь командиров. Ну и кто не достает, можно уже продавать. Ну да, это понятно. Ты просто включай командиров и все. Пипец, и прокачивай рейнджеров. Денег. Так, у меня два фуловых рейнджера. А у меня уже три. Отлично. Командиры, не забудь, пожалуйста. Командиры, можно? Хотя мы и так уже выиграли. Да, можно. Но просто чтобы есть. Быстрее было. Ну и так, вин. Да все, это уже победа. Реально, довольно простая победа, если честно. Ну, это просто. И сколько же нам дадут валентинок? 50. Да, 50. За 14 50. Минут мы прошли. Это долго? А, 14? Ого. Нормас. 57. Ну, такой спидран это получается. Ну, это да. Вообще-то я хотел, чтобы этот спидран был как раз-таки, поэтому я взял солдатов. Я бы других бы башен взял. Солдаты просто быстро выпускают свои снаряды, поэтому... Ну да, особенно после бафа.